Тогда представьте ситуацию. Утро. Люди спешат на работу. Переполненный лифт. Публику в лифте вы можете представить себе, какую захотите. Это могут быть ваши соседи. Бабушка с внуком. Грубиян, интеллигент. Бомж, который в этом лифте живет. И вдруг в переполненный до отказа лифт с разбегу запрыгивает молодая девушка. Лифт трогается и, естественно, застревает между этажами. Гаснет свет, и из темноты раздаются голоса. Ну чё, коза, допрыгалась? Мужчина, вы оскорбляете или пристаете? Я чумею с твоего идиотизма. Слушай, ты очумелый, закрой свою сель. Если я опоздаю на тренировку, я начну ее здесь, с тобой. Ой, испугал, ты кто, голос в ночи? Я боксер. А я уже щель закрыл. Господа, простите, а вот то, что лифт не едет, это так надо? Ага, бензин кончился. Че, больше спросить не о чем? А почему же не о чем? Вы лишая, не боитесь? А что, у вас лишай? Да, так зовут мою собаку. Осторожно, смотрите на лапку, ей не наступите, не то она вам ножку откусит. Юрик, посмотри, с тортом все в порядке. И да, и нет. Как это конкретней? Я на нем сижу. Девушка, а вы верите в любовь с первого взгляда? Да, а вы что, меня видите? Нет, иначе я бы не спросил. Я при свете стесняюсь. Бабушка, я пишет хочу. Нет, ну это не ребенок, а садюга. Ну все делать назло. Ну почему я не хочу, а ты хочешь? Хотя пиво мы с тобой поровну выпили. А, да, мужики, мы что, так и будем здесь торчать, как шпроты? 8 часов, а я еще трезвый. Ох и 8! Юрик, тебе пора делать укол. Ну, делай. Простите, госпожа, вы не боитесь без света промахнуться? А у меня муж лысый, он посветит. Как говорит наш пахан, делать укол в темноте, все равно, что ставить клизму в невесомости. Попробуй только мне ширни. Лишай сидеть. А, да, собачки, не плачь, они все сволочи. Понажирались, как свиньи, все руки нам с тобой поддавили. Женщина, а ну сойди с моей мозоли. Интересно, садилась в лифт, была девушка, а теперь уже женщина? Беспредел, так моргнешь, уже седая. Вы сами уберите свой локоть. Воткнули в пупок, как штопор. Это не локоть. Это нос. Бабушка, я опять писать хочу. А больше ты ничего не хочешь? Хочу. Че это он там еще захотел? Бабушка, можно я скажу на ушко? Я хочу, чтобы вы вызвали лифтера. Осторожно, мальчик, тютюха не откусил. Бабуся, уберите своего Маугли, дышит мне в ухо перегаром. Каким перегаром? У меня с утра во рту раковой мосинки не было. Лишай сидеть. Юрик, мне страшно. Ну, выйди. Юрик, дай руку. Она у меня в торте. Ну дай другую. Да не сюда, шалунишка. Юрик, у тебя что, 3 руки? А у тебя разве есть талия? Это не талия, это нос. Нахал, убери свою лапу с моей груди. Це не твоя грудь, це моє сало.
девушка, вы все-таки верите в любовь с первого взгляда, а? Вообще-то я не девушка противный, но ты попал по назначению. Ой, западло, я с голубым в одном лифте. Как мне теперь братве в глаза смотреть? Тьфу на тебя, противный, тьфу! Юрик, какой дурак плюнул мне в глаз. Но плюнь ему в обратную. Это кто там собирается плевать? Да поцелуйте меня в хребет, чтобы я еще раз в лифте поехал. Ой, меня девушка обслюнявила. Фу, западло. Я не девушка, я лишай. А что, разве собаки разговаривают? Голодные, да. Юрик, мне страшно, дай руку. Вай, это не рука, это нос. Скажите, пожалуйста, почему лифт так медленно едет? Мне уже пора быть в Таллине. А в Магадан не хочешь? Нет, а кто это? Лифтерша! Прям потерпеть они не могут, прям 5 минут чай попить нельзя. Че вылупились, выходите. Двери открываются, люди вываливаются, лохматый, помятый, по уши в торте, но счастливый. И уже ничто не испортит им настроение. Ни лишай, ни отдавленный нос, ни укол мимо Юрика, и только наказанный дома мальчик никогда больше не будет с бабушкой пить пиво.